Хозяевам шерстяных питомцев на улице Родионова теперь есть где выгуливать четвероногих друзей. На месте пустыря появилась площадка для выгула собак, огороженная территория со снарядами по периметру. Я очень рада, что в нашем районе открылось такое замечательное безопасное пространство, потому что даже для таких маленьких необходим выгул. А когда ты выходишь гулять с собачкой на детскую площадку, на тебя обрушиваются косые взгляды и всякие осуждения. А здесь такого не будет, потому что это пространство для всех нас, собачников. Строительство площадки – инициатива химчан. За эту идею люди голосовали на сайте проекта «Хиж онлайн». Данная площадка была обустроена по инициативе активных граждан, так как именно вот в этом микрорайоне, в этих дворах не хватало подобных площадок для выгула домашних животных. Теперь проблема решена. Аналогичные площадки для собак со временем появятся и в других районах Химок. Апорт.